Да, но ты влип, парень. Ну ничего, я тебе, пожалуй, смогу помочь. Есть у меня связи, так что сообщение твое в орден передадим. А сам ты сейчас, значит, в полис собираешься? Прямой дороги туда отсюда нет, но в старой церкви на болотах неподалеку ордена есть база. Так что отправляйся, пожалуй, туда. Если удастся передать вашу весточку, там тебя уже встретят. Да, брат, а у меня тут новая жизнь. С Кузнецкого моста я ушел, его совсем красные под себя подмяли. Войну почуяли, и теперь ищут везде шпионов. Всех под одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. Видал, красные бронепоезд строят? Ну и мы строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. Вот, полюбуйся. Красавица, а? Мужики даже имя придумали. Как в такую не влюбиться? Да, хороша. И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае по лагерям до штрафбата. Так что бери. Залезай. Попробуй завести. Мы это-то я все подкручиваем по инерции. Так что управление сейчас не самое. Зато свет, что надо. Пауков с ней можешь не бояться. А в дальних туннелях их полно. Поезжай, Артур. Удачи, брат. Thank you.
Thank you.